Самое интересное, друзья, начинается там, где заканчивается асфальт. А здесь начинается мой маршрут на плато Триунт высотой 2850 метров. Так что вперед, погнали, друзья! Такая вот каменистая тропа, друзья, довольно широкая, видно, выложенная специально для маршрута. Но идти по камням не так-то просто, но, в принципе, пока нормально. Общая протяженность маршрута, в общем, минимум 20 километров, а то и все 30. Сбывается моя мечта, друзья, походить по горам в Гималаях. Пусть даже не таким высоким, как хотелось бы, но ведь высота это не главное. Маршрут обозначен зелеными стрелочками. Я пока даже не включаю навигатор, потому что вариантов других нет. Есть тропа. Вокруг шикарная. Видимо, это гималайские кедры, деодары. Немного отдохну, друзья. Наберу сил у гималайского кедра. Обниму его покрепче. Namaste, good morning. Triunt this way? Yeah, this way. You already come back? No, we from Galu Temple. Ah, Galu Temple. Yeah. Thank you. Грунтовая дорога сменилась. Каменистая дорога сменилась грунтовой. Идти становится легче. Встретил добрых людей. Подтвердили мой маршрут. Иду правильно. Так, что там пишут? Короче, здоровья много не бывает. Это точно. Это факт, друзья. Здоровья много не бывает. И чем старше становишься, чем яснее для тебя это становится. Но мы не сдаемся и не будем сдаваться. Будем идти вперед, чего бы нам это ни стоило. Только так, друзья. Чего и вам желаю. Здоровья, благополучия, добра и мира во Вселенной. Вот он, Галу Темпл. Позвонить в колокольчик хотя бы. Камни, кругом одни камни. Но живописная тропа, ничего не скажешь. Не самая легкая для ходьбы, но красиво.
Ну и справа виды вот такие вот. Зацените, друзья, какой вид. Оттуда я пришел. Ну как вам такой вид, друзья? Тропа сворачивает немного в лес. Надеюсь, животные тут мирные водятся и не причинят мне никакого неудобства. Ну и я им тоже. Мы с животными дружим. Good morning, намасте. Кафе называется Magic View. Волшебный вид. Выпил масала чая за 40 рупий стаканчик. Неплохой, кстати. Ну и двинулся дальше по тропе по направлению к плато Триунт. Good morning, namaste. You already come back? Yeah, I went to Indrahar. Actually, We stayed in Lakha Glacier yesterday, and now I'm going to. You sleep there after. Upstairs? Yeah. Oh, very nice. Красивое место с барашками. Бе, барашки, бе. Бе. Пасутся в горах. Ну что-то не хочет общаться со мной.
Уже подхожу, друзья. Но тучки набегают. Надо быстрее, чтобы успеть увидеть виды красивые. Так и я поднялся, друзья, на Триунт. Заняло это около 4 часов. И мне повезло увидеть все эти три горы. Уже тучки, но с тучками даже красивее. Здесь что-то типа лагеря. Можно остановиться, переночевать, встретить рассвет в палатке или в домике. Ну вот такие виды. Намасте, друзья. Я на плато Триунт, так и поднялся. И позади меня красивые горы. Ради этого я шел сюда. Так что оставайтесь на связи. До новых встреч. Пока-пока.